27 мая работники библиотек будут отмечать свой профессиональный праздник. Сегодня в стенах книжного храма читатель может не только подобрать необходимую для него литературу, но и посетить всевозможные мастер-классы и интерактивные мероприятия. Побродила по залам люберецких библиотек Александра Томей. Библиотека «Бригантина» основана в 1937 году, а в 60-м получила помещение на улице Мира и статус центральной детской библиотеки. Заведующая методикой библиографическим отделом Наталья Никитина показала нашей съемочной группе архивные фотографии и рассказала об истории учреждения. Вот первые дети, которые теперь уже сами, я даже не знаю, мамы, может, бабушки даже, которые ходят со своими детьми в нашу библиотеку. Сегодня «Бригантина» – настоящий центр детского творчества. Помимо богатого художественного книжного фонда, в здании библиотеки каждый ребенок может найти себе занятие по душе. У нас клубная работа ведется в библиотеке. Клубы очень хорошие. У нас театральный клуб отзанимался. Авиамодельный чудесный. У нас великолепный преподаватель, который с мальчишками, девчонка. У нас там девочка одна делает. Просто великолепный. Лучше мальчишек. А еще патчворкинг, шитье, рисование. Кроме постоянных клубов по интересам, библиотека приглашает детей на мастер-классы. Для взрослых люберчан «Бригантина» тоже готовит интересные и полезные занятия. Например, обучение компьютерной грамотности. Ведь идти в ногу со временем – основной принцип работы Центральной детской библиотеки. И за это гости Книжкиного дома оставляют только положительные отзывы. Вот большое спасибо за познавательный рассказ о жизни Гагарина. Узнали многого нового и интересного. Весной 2017 года отметила свой 90-летний юбилей Центральная библиотека имени Сергея Есенина. Ее директор Алла Карпенко работает здесь уже 30 лет. Она, как никто другой, знает, что библиотека – это не просто стеллажи с книгами. Библиотека – это не только книга. Библиотека – это прежде всего еще люди, для которых мы работаем. А вот общение с человеком и с книгой – это вот интересное. В своей работе Есенинка старается ориентироваться на молодежь, ее потребности и увлечения. В библиотеке уже реорганизовали пространство, сделали полюбившиеся молодыми люберчанами зоны с удобными креслами и столиками. Мы переоборудовали залы, сделали такие, я их называю карманы, которые нравятся молодежи. Вот они приходят, садятся здесь в кресла, общаются друг с другом, сидят иногда часами. Библиотека Есенина стала для люберчан центром культуры и творчества. Уже много лет подряд здесь работают клубы по рисованию бардовской песни, литературно-вокальные вечера. Кроме того, Есенинка регулярно проводит творческие встречи поэтов и художников округа. Наполнены светом, добром и любовью. За десятилетие работы в библиотеке Алла Карпенко собрала архив из фотографий и газетных статей, в которых упоминается Есенинка. Он хранится как семейный альбом с любовью и трепетом. По признанию библиотекарей, такое отношение к книгам, знаниям, литературе и притягивает читателей даже в век девайсов и интернета. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.